Столкновение на севере Косово между миротворцами и местными сербами. Военнослужащие пытались убрать заграждения, возведенные в районе, где в основном живут славяне. Это вызвало недовольство местных жителей. Произошли стычки. Один миротворец получил ранение. Чтобы разогнать толпу, солдаты были вынуждены использовать слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали трое косовских сербов. Контингент международных сил под руководством НАТО размещен на севере Косово. Местные сербы установили здесь баррикады, чтобы не дать албанцам проникнуть на север края. Я призываю не реагировать на действия миротворцев. Именно этого они хотят, свалить всю вину на нас. Они хотели убрать баррикады, но из-за их действий никто не должен страдать.